Всем привет, с вами Suicide Vapor, и сегодня в этом видео я вам расскажу, как спрятать вейп дома, чтобы не спалили родители. Ну что, давайте начнем. Для начала вы должны знать, каким размером у вас девайс. Например, если у вас Sovereign Air, либо MiniFit, если у вас тот девайс, который я сейчас назвал, то у вас не будет трудности его спрятать. Просто ищите дома место, где можно спрятать заранее, и куда родаки почти не ходят или не залазят. Но если у вас родаки уже знают, что вы парите и где-то мелькаете девайсы, то нахуй вы тут смотрите это видео. Можно еще, в принципе, спрятать в коробке от телефона. Но если у вас толстый девайс, например, как Pasito 2, либо Knight 80, то вряд ли эти девайсы залезут в такую коробку. А если вы хотите именно спрятать в коробку, то лучше разберите девайс и уберите все из коробки. Но есть, конечно же, еще второй способ, который я говорил ранее. Если у вас MiniFit Just Fog, либо Sovereign Ace, вы можете его спрятать в книгу. Но самое главное, чтобы книга лежала в труднодоступном месте. И никто, кроме вас, эту книгу не трогал. Есть еще, конечно же, третий способ, но вы можете его положить под диван, либо в место, куда никто не ходит, ну то есть в комнату. Но самое главное, если вы спрятали вейп, надо еще сделать так, чтобы вы могли еще достать его. А то получится так, то что вы его спрятали, а достать вы его не можете. И вам мой способ не поможет тогда. Так уж говорю на будущее, вы должны искать места, куда залазит ваша рука. Ну или же заранее искать места. У меня, ребят, на этом все. Всем пока, с вами был Suicide Vapor. И еще хотел сказать, пожалуйста, ребят, от меня не отписывайтесь. Я иду сейчас к цели 100 подписчиков. Как вы мне набьете эту цель, я сразу же сделаю для вас розыгрыш. Ребят, а кто из вас выиграет, выберет рандом. Ладно, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, с вами был Suicide Vapor.